Желаем, чтобы наша республика процветала, чтобы наш город стал еще красивее. Он у нас так красивый, стал, чтобы еще красивее. Чтобы у нас все было хорошо, чтобы было мирное небо над головой. В общем, чтобы были счастливы жители нашего города, нашей республики. Вот скажите, а как ваше утро проходит? Наше утро? У меня трое детей. Мы все собираемся. Сначала мужа собираем на работу, потом с детьми едем в школу все дружно. Я тоже в школе работаю. Доброе утро, Карачаево, Черкесия. Всем счастья, здоровья и любви. А как обычно ты проводишь свое утро? В колледж. Собираешься в школе, в колледж идешь на учебу? Конечно. И все. Доброе утро. Ну, так как погода у нас ясная и довольно свежо, на душе у меня довольно спокойно. Я очень рада, что живу в такой прекрасной республике и в таком прекрасном городе. И желаю, чтобы у всех все было хорошо. Как обычно ты проводишь свое утро? Ну, обычно по утрам я занимаюсь пробежкой рано утром, когда еще темно. Но так как в последнее время довольно холодно на улице, я не делаю пробежку. И обычно мое утро просыпается с недовольных возгласов о том, что я не хочу вставать. Желаю всей моей любимой республике Карачаево-Черкесии доброе утро. Желаю, чтобы у всех всегда все было хорошо. И у вашего канала тоже в том числе. Особое доброе утро хочу пожелать нашему президенту, президенту нашей страны Путину Владимиру Владимировичу и главе нашей республики. Хочу, чтобы был мир в нашей стране, в нашей огромной России и в нашей малой родине тоже.